Положительная статистика не может не радовать. Число погибших пешеходов на дорогах Петрозаводска сократилось в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но есть одно «но». Количество пострадавших, получивших травмы, выросло. Ситуацию держат на контроле депутаты Петросовета. Все меры направлены на обеспечение безопасности, даже несмотря на недовольство водителей, которые уверяют, что из-за новых светофоров движение в городе затруднено. Сейчас выделена субсидия из бюджета на то, что мы видим, устанавливаются светофоры, переходы пешеходные безопасные, умные пешеходные переходы. Все это в общем, вкупе, конечно же, положительно влияет на то, что уменьшаются несчастные случаи. Поэтому, если посмотреть статистику официальную, то мы видим, по сравнению с прошлыми периодами, количество таких несчастных случаев уменьшается. То есть это говорит о том, что мы действуем в правильном направлении. Почти половину пешеходов на улицах Петрозаводска сбивают в темное время суток. Такова статистика. Городские власти поясняют, виной всему контракт на освещение столицы Карелии, который заключила прежняя администрация в 2014 году. Этот контракт до сих пор словно камень на шее мэрии города. На улицах установили фонари, которые не светят. Городской совет держит ситуацию на контроле. Контракт действует до 2020 года, до декабря. И на сегодняшний день, для того, чтобы администрации города и местной власти, в принципе, реализовать все те мероприятия, которые хотелось бы реализовать по освещению, надлежащему освещению города, удастся же, то есть руки будут развязаны после того, как закончится этот контракт. К сожалению, еще раз повторюсь, такой контракт имеет свои вопросы, серьезные вопросы, и подтверждение этому служат те судебные тяжбы, которые сегодня идут в арбитражных судах. Подрядчики и представители мэрии не вылезают из судов. На кону десятки миллионов рублей, которые, естественно, хотят заполучить предприниматели. Однако городские власти уже неоднократно доказывали на заседаниях свою правоту, чтобы не платить бюджетные деньги откровенным халтурщикам, которые погрузили Петрозаводск во тьму.